В Беларуси готовится пакет мер по обеспечению стабильной работы экономики на фоне мирового спада. Проект указа разработан Госкомимуществом для оказания поддержки субъектам предпринимательства, чья деятельность наиболее подвержена неблагоприятному влиянию эпидемиологической ситуации. В числе прочего, предлагается сделать отсрочку по арендной плате за помещения, которые находятся в госсобственности. Однако от арендодателей и частников также ждут послаблений для бизнеса. Это касается и банков, это касается и местных органов власти. Там предусмотрены и отдельные налоговые каникулы. Там предложено минимизировать или сделать отсрочку или рассрочку, например, по аренде. Ну, в первую очередь мы говорим о государственной аренде, но в то же время мы обращаемся и к тем частникам, которые сегодня являются держателями тех или иных зданий, сооружений, которые сдают в аренду свои помещения, чтобы они тоже к своим коллегам сделали определенные, так сказать, поблажки, подвижки.